Мы спроектировали и сейчас изготавливаем два уникальных рельсовых автомобиля. 25-местный пассажирский унибус, способный собираться в поезд вместимостью 200 пассажиров, даже 250 пассажиров. Не грузовой уникон массой более 50 тонн и грузоподъемностью 35 тонн, способный перевозить 40-футовые морские контейнеры. Эти машины имеют автоматизированную систему управления и могут производиться как в тропическом, так и в северном исполнении. Расчетная скорость их движения 150 км в час. Эти и последующие рельсовые автомобили существенно усовершенствованы в сравнении с предыдущими моделями наших машин. Это, наверное, уже следующее поколение. Они имеют улучшенную подвеску, усовершенствованную противоскользящую систему и автоматическую систему подворота колес. Кстати, следует отметить, что это впервые сделано на рельсовом транспорте. Существующий рельсовый транспорт не имеет подворота колес, как, допустим, у автомобиля. Это позволит каждому колесу двигаться по центру головки рельса, в отличие, например, от железной дороги, где, наверное, это не все знают, что поезда едут по синусоиде. От удара до удара рельсы то правым, то левым гребнями колес. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Так едет поезд по любой железной дороге. В отчетном году мы полностью завершили реализацию грузовой линии конвейерного типа. Над рабочей ветвью Юнитранса установлены защитные укрытия навеса, от дождя и снега. Также в погрузочном терминале завершен монтаж модернизированного разгрузочного устройства для Юнитрака. Это подвесной грузовой модуль. Таким образом, грузовой транспортный комплекс в экотехнопарке предстал, в своем завершенном виде со всеми необходимыми элементами для комплекса. Этот комплекс включает две основные подсистемы – Юнитранс и Юнитрак. Он является действующим образцом универсальной системы с возможностью модульной комплектации. Грузовой транспорт СКВ может быть адаптирован практически под любые условия и нужды, связанные с перевозкой различных типов грузов, в том числе и сыпучих. На территории специального конструкторско-технологического бюро с опытным производством введен в эксплуатацию новый цех, в котором расположился модернизированный механосборочный участок для подвижного состава. Новый цех, совмещенный с административно-бытовым корпусом, имеет общую площадь около 1200 квадратных метров. В нем установлена опорная кранбалка, а также предусмотрен склад с отдельными воротами. Вот сюда был переведен существующий сборочный участок, на месте которого размещено новое механообрабатывающее оборудование. Уникальное оборудование на самом деле. Эта площадка позволила в кратчайшие сроки адаптировать производственные процессы под мелкосерийное производство металлоконструкций, подвижного состава СКВ и комплектующих к нему для обеспечения инфраструктурных проектов в Ближневосточном регионе, естественно, в первую очередь в Объединенных Арабских Эмиратах. Для этого наше производство оборудовано самым современным станочным парком. Такой комплектации, наверное, единственным в Беларуси предприятием с такими машиностроительными возможностями. Еще одна важная составляющая работы – постоянный мониторинг состояния подвижного состава, транспортной инфраструктуры и строительных конструкций. В первую очередь, сварки на всех наших тестовых трассах. Мы также получаем экспериментальные данные по износам рельса, ровности и деформативности пути, шумам при проезде колеса, долговечности защитных и коррозионостойких покрытий и много другой ценной информации. Без этих знаний, полученных в поле, именно в поле, а не за столом в рабочем кабинете, нельзя выйти на рынок с хорошим продуктом и занять там достойное место. Потому что трассы СКВ будут строиться тоже в поле, в лесу, в пустыне, по болотам, а не в кабинете.
Global Star Club. Возможности безграничны.